Добрый вечер. Ой, ух ты, молчу, очень. Добрый вечер, друзья. Это Антон Горбунов. Чистая правда. И тот самый Петр Ившин. Дорогие друзья. А это клуб Алексея Козлова. А это пиво бельгийское, очень рекомендую. У Петра Ившина. Немецкое, уже немецкое. Сначала начинаем с бельгийского, второе идет немецкое. Запомните эту последовательность. Она очень помогает в джазе. Итак, наша последовательность. Первая пьеса, потом вторая, третья и в заключение четвертая. Итак, поехали.
Спасибо. Эта композиция называлась «Чилим». Чилим. Чилим. Кстати, покойный Дима Севастьянов ее назвал «Пчелим». Назвал. Вот мы его недавно, кстати, похоронили. Мы даже сегодня в память о Димке сыграем какую-нибудь композицию. Вот у меня счастливчик. Она очень к нему подходила. Первый раз мы ее сыграли вместе с Димкой в 2007 году на фестивале «Усадьба джаз» в Архангельске. Эту композицию «Счастливчик». Так что, память о Димке. Thank you.
Петя, отлично. Браво! Антон Габунов. Счастливчик. Димка, мы тебя помним, любим. Наблюдай за нами, управляй нас там, если что. Приходи к нам по ночам. Ждем. Суизи. Ленинградский мебельный завод. А, московский. Thank you.
Третий Антон. И композиция «Солнце». Так просто. Да, так просто все начиналось, но закончится все непросто. Потому что сейчас по списку стоит композиция номер 4. А что играть-то не написано, вот в чем дело. Как же быть? Самбо. Самбо. А вот здесь вопрос. Да. Есть самбо жизни. Есть самбо Марина. Давайте, может, ее? Итак, самбо Марина. Эту Марину вы можете здесь... Могли здесь видеть. Сейчас ее пока нет. Если вы видите женщину в шляпе, это она. А где она? Вот она, посмотрите на барную стойку. Вот это муза. Моя самбическая муза. Именно ей посвящена следующая композиция. Так что придется мне плясать, не ходи. Thank you.
Немножко отдохнем, передохнем, выпьем пиво бельгийского, немецкого, антисоветского. Да? Тогда маленькая 15-16 минутная пауза. Ура! Спасибо! Петр Ильич, Антон Горбунов. Антон Миранов. Thank you.
Антон Горбунов и Петр Тимченко. А теперь мы сыграем для Кати. Композицию, которая посвящена творчеству мной очень любимого и оказавшего огромное влияние на меня, Мишелю Петручани. Итак, быстрее, быстрее. Такое название этой композиции.
композиция, именно композиция «Быстрее, быстрее». Следующая композиция посвящена моим фазам. Композиция называется «Папа пришел». Thank you.
Следующая композиция номер 3. Из цикла медленно-быстрых тенденций. Антон забыл смычок, поэтому сегодня тему буду играть. Thank you.
Антон Горбунов. Петр Рысин. Ну, Козлова. И пиво вкусное попробуем, товарищи. Арагвит! Слоники! Наш всеми любимый Арагвит. Ушел, да? Ну хорошо, тогда мы вдогонку его сыграем нашу композицию, которая называется «Незамысловато». В общем-то, никто до этого не знает, поэтому даже я говорить не буду. Давайте мы просто ее сыграем. Итак, премьера, это премьера к этой композиции. Это что, победа? Мы победим, да. Петя говорит, мы победим. Два раза играем тему? Третье пиво тебе? Не понимаю. Thank you.
Спасибо большое, что пришли к нам провести этот вечер. Ну что, еще самбо? Самбо. У нас объективные причины. Дело в том, что немецкое пиво дает о себе знать. А я применю дальше Thank you.
Thank you.
«Самба жизни». Спасибо большое, что пришли к нам сегодня вечером в клуб «Козлова». Ура! Давайте здесь встречаться чаще иногда. Но не лучше. Петр Ившин, еще раз. Спасибо! Антон Горбунов.